реакция будет, ну, как обычно на разогревах, да, то есть, ну, непонятная, потому что когда приезжает, ну, не столь известный артист, да, то есть, как бы, я четко себя оцениваю сейчас, вот, не столь известный артист, и к тому же, вот, все ждут все-таки человека, ради которого они приехали, возможно, даже в другой город. Реакция была хорошая, на удивление, мне очень понравилось, чувствовался контакт. Понимаю, в каких моментах меня должно быть видно, каких не должно быть видно, как бы уже на интуитивном уровне чувствую, как это выглядит со стороны. Самое главное, это, наверное, оставаться верным себе, потому что в карьере очень часто, ну, наступают времена иллюзий. Попытаться прочувствовать интуитивно, что хорошо для тебя, что хорошо для твоей публики. Мои песни уже 20 лет звучат на радиостанциях Украины. Хитов, наверное, в Украине моих было 12. Я считаю себя здесь как бы давно, как в своей родной стране. У нас везде хорошо. Аншлаги практически везде. По-моему, был один или два города, где там процентов 90 только было. А абсолютно в других, во всех sold out. Я очень рад этому. И все проходит очень хорошо.